Всем привет, улочки. Идем на море купаться. Я вообще только одну юбочку надела и пойду так. Ну что тут? Выпал и сразу на море. Надеюсь, солнышко сейчас нас побалует. Жарко, комфортно. Сейчас еще местечко, фокус был, с местечко найдем. И будем загорать. С собой фрукты взяла, ванты, холодные ванты. Я не знаю, как их сразу. Ой, там вот обезьянка. Обезьянка-попугайчик. В общем, вот и животные. Короче, ребят, я побежала домой. Женя остался на пляже. Не, ну это не дело. Закрыто буквально. Загорать, когда солнце. Как-то вообще не кайф, я вам скажу. Поэтому я сейчас быстренько переоденусь и назад на море вернусь. Быстренько. Все, возвращаюсь назад. Переоделась. Ну, в общем-то, пришлось одеть футболочку, так же шортиками. Так прям, я считаю, совсем тушь в купальнике идти не стоит. И все. И здесь мы... Женя потеряла. Потеряла. Где-то чуть дальше мы лежим. Ой, снова какие-то экскурсии предлагают. Солнышко прям так хорошо сегодня жарит. На банане. В банане драконе никто не купает. Хотя это уже не дракон. Кошка такая. В общем, как-то так. Ну вот, сегодня я прям немножечко так загорела. Так сказать, стала шоколадная. Здесь вот, ой, на парашют. Фокус убежал от меня. Водичка вообще просто какая-то. Время почти 4, наверное. А, нет, уже 5 час. Начало 5. Ну, водичка. Так, здесь гуляш. Салат греческий. Просто пюрешка. Также компот. И Женя еще пиво взял. Все это в 650 рублей, по-моему, обошлось как-то так. Приятного аппетита.